Приморскому отделению «Опора России» исполнилось 18 лет. Эта организация – давний партнер правительства региона, благодаря которому власть выстраивает отношения с бизнесом. Каждый из вас прямо или косвенно вносит свой вклад в развитие экономики региона. И я хочу сказать, что действительно наш край динамично развивается. Он вызывает большой интерес и в центральном, на федеральном уровне наш регион. Об этом говорят и поступления в бюджет, налоговые поступления в бюджет. Ну и статистика, как я люблю говорить, статистика вещь неумолимая. Она как раз говорит о том, что наш край активно развивается, и вы, конечно же, все активные участники этого социально-экономического развития. За добросовестный труд и большой вклад в развитие предпринимательства выдающимся членам организации вручили благодарственные письма губернатора Приморья. Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.